Саш, неподалеку от тебя есть замаскированный падший. Уничтожь его. Это поможет проверить одну теорию. Мы обыскали тело и кое-что нашли. Координаты черного исхода. Точно. Нам уже известно, что падшие планируют уничтожить нейроматрицу и разобрать ее на запчасти. Мы этого не допустим. Нейро, мы идем к тебе. Спасибо большое. Продолжение существования является одним из высших приоритетов моей программы. Кстати, падших ко мне привел Экзокей. Он меня выдал. Это он во всем виноват. Я принял сигнал падших из соседней пещеры. Похоже, они получают приказы именно оттуда. Может, перехватим командование? Делай, что должно. Фу,
не самое информативное слово на поле боя. Значит, сигналы падших идут из-за огромного барьера на основе технологии Вексов. Похоже, они украли чужую игрушку.
Теперь посмотрим, кто решил отправить падших убивать нейроматрицу. Я отомстим. С этим мы разобрались. Нейра, эти падшие тебя больше не потревожат. Молодцы. Вы все. Спасибо, друг-призрак. Спасибо, капитан. Вы явно оптимизированы для решения проблем, создаваемых Экзохейдом. Надо включить это в список ваших первичных функций.